ドロイドゲーマーズプレイ。Всем позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи группа Фокстрот. Русские отходят. Мы идем за ними по пятам. За рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди, готовые пойти против течения. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи СОУП долго не протянет. Живучий чертяка, он выкарабкается. У нас входящие сигнатуры. Мы не одни. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так. Нужно выиграть время для доктора! Следи за внутренним двором! Они прорвались во внутренний двор! Уничтожить их! Сдерживать их, пока мы не сможем нести Соупа! Крыши нужны стрелки! С запада приближаются новые вертолеты! Thank you.
Остаешься здесь! Охраняй Соупа! Наземный транспорт. 2 сантиметра брони, пулемет и гранатомет. Управление наверняка на русском. Давай, Юрий. Николай, как там Соу? Очень плохо. Мы должны вытащить его отсюда. Юрий, расчисти подход к вертолету. Мы прямо за тобой. Этот пулемет может пробивать стены насквозь. Thank you.
Он нам пригодится. Мы следуем за Макаровым. Кто нахрен этот Юрий? На войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? На борту самолета находится президент Варшавский и его дочь Алена. Русский президент летит в Гамбург, чтобы обсудить мирное соглашение с представителями НАТО. Правда зависит от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир – огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто чиркнет спичкой. Москва – это командный пункт. Направляемся в Гамбург. В небе чисто. Все команды докладывают о прибытии. Команда 1. Офис президента под контролем. Команда 2. На нижней палубе все чисто. Команда 3. Передний салон под контролем. Мы приземляемся в Гамбурге через 2 часа. Команда 1. Оставайтесь с президентом до посадки. Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Команда 1 в пути. Мне он не нравится. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Что ты ему скажешь? Правда. Ему это не понравится. Это не важно. Я здесь президент. Увидимся на обеде. Господин президент. Василий. Добрый день, господин президент. Господин президент. Господа, у нас только два варианта. Война или мир. Жизнь или смерть. И ради будущего наших детей мы должны пойти на мир с Западом. Чтобы пытаться ублажать наших врагов. Мы уничтожим наших врагов, сделав их нашими друзьями. Если мы не можем разрешить наши... Выстрелы? Самолет захвачен! Кабина повреждена! Господин президент, укройтесь! Команда 3, доложите обстановку! Нам нужна поддержка! Черт вас дери! Команда 3, докладывайте! Всем лежать! Защищайте президента! Код красный, повторяю! Президенту в убежище. Управление! Выше из строя!
вперед! Попытка аварийной посадки! Давайте, агент Харков, мы должны найти президента. 2-7-9, освобождаю воздушное пространство, скажи 2-1-1. Бывали подавленные угрозы. Много погибли, другие тяжело ранены. Попытка положения в истории заданы. Подстрелки отмеченное положение в 140 километров от Крылова на Германии. Обеспечьте охрану дочери от НАП и ее безопасное место найти президента. Всем командам, охраняйте свои сектора, и мы вас цены подходим. Команда 4, доложить обстановку. Президент ранен, но не раздать. Перехожу на вашу позицию. Отцепить солнце его форсы. Не останавливаться, Харков. Ракету с правой стороны. Мы их убили. Вертолеты для эвакуации.
знаете, чего я хочу? Вы сошли с ума! Россия захватит всю Европу, даже если к тому времени от нее останется пепелище. Дайте мне коды запуска, господин президент. Вы никогда их не получите! У всех есть свои слабости. Найдите девчонку! Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служа оно какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Крайней деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти, но не все. Найди остальных. Идем. Слышал, что на той неделе убили Адамса? Что, правда? Двое на 11 часов. Сними их! Прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Пора бы на него даже не посмотреть. Чисто. Сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте.
едет грузовик. Вали их! Идем! Сюда! Кажется, они знают, что мы здесь! Нам важен только груз Макара!
ополчение направляется к нам! Не останавливайся, а то нам придет! Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Юрий, захвати миномет. Начинай обстрел! Лови по ним из миномета! Похоже на две единицы техники и отряд пехоты. Закрой их! Все цели в деревне считать врагами! Если кто-то шевелится, накрывай из миномета! Продолжай стрелять! Подвигаемся! Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Сам сюда! Огонь на подавление! Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше им некуда было его деть. Если он не здесь, значит груз уже на пути в Европу. Надеюсь, он прав.